Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. Европе надо передать простую вещь. Вы получите ядерный удар по территории Европы. В случае, если вы соберетесь там с какой-нибудь миротворческий контингент НАТО создать, в случае, если вы соберетесь его куда-то там вводить и прочее, да, это будет ядерная война. Это было и сказано французским Это будет ядерная война, вы должны это понимать. Значит, храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего. Храбрые немцы, так сказать, да. Храбрые эстонцы, храбрые прибалты. Кстати, по поводу храбрых прибалтов. Вот в Калининграде, я знаю, сейчас большие проблемы на границе. Может быть, актуальным становится вопрос коридора до Калининграда? Коридора, сухопутного коридора до Калининграда. А почему нет? Ну, если уж до Приднестровья пробивать, мне кажется, что государство под названием Литва и государство под названием Польша ведут себя слишком нагло. Слишком нагло. И не понимают еще, так сказать, да, что вот на самом деле с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной. Потому что вопрос коридора – это вопрос локальной военной операции, и это гораздо проще, чем все то, что мы сейчас затеяли на Украине. Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.